Всем привет, с вами Квадрат. Мы сегодня начинаем летсплей на игру «7 дней до смерти» с моими друзьями. Марфон и Моцарт, они тут вот расчленяют какого-то паренька бедного. Ты, блин, аккуратнее. Ты зачем ударил меня по морде? О, мы сейчас начинаем собирать немножко ресурсы и искать место прибытия в мире апокалипсиса. Вот. Так. Нужно сразу немного дров. Надо взять. Сразу, да, слава, нарубить дерево и камня. Так что, давайте. На кирку сделать, типа. Типа кирки. Блин, камни. Смотрите, тут зомби до хрена. Камни вообще выпадают. Давайте вместе держаться как-нибудь поближе. Камни вообще выпадают тяжко, если с руки бедим. Да ёпта, дизи, а. Блин, зомби мешаются вообще. Че, выпало, нет? Не, я с первого раза. Так, зомби. У меня вообще дерево не выпало, сколько. На немного еще. Вернее, хотя бы сколько-нибудь, чтобы кирку сделать. На лысый бегает. Это, у кого кто в шляпе? Слева зомби. Я вижу, отлично. Хреново, блин, то есть. Подожди. Тёма, ты бабу перебил? Я. А ты? Ну, работай его снова. Я пока себе сделаю. Так. Отлично. Да тебе, шлюха. Ух ты, блин, ползет снова. Смотри, их вообще в траве не видно. Да вон. Вообще неожиданно подполз. Так. У меня куда кирка-то? Игари бегут. Блин, я кирку поставил крафтиться и не поставил, оказывается. Да вы заебали. Так, ну все, давай, Слава, наберем дерево. Тёма, ты где у нас? Подходи сюда ближе. Иди сюда. Давай, Слава, набирай дерево, потому что если где-нибудь сейчас найдем место, то нам будет там немного застраивать. Так, ну ладно, давай я тебе помогу. Нормально я их трескал. Слава, 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 иди сюда. Тёма, давай. Все, легла баба. У неё бутерброд испорченный. Тёма, давай вот этого. Тёма. Паренёк. Все. О, у него клей был. Видимо, нарик. Видимо, нарик. Потому что ползает как раз. Как бабка на лавке, блядь. Так, все, давайте. Наркоман. Забираем дерево отсюда. Так, давайте в какую-нибудь одну сторону рубить. Давай, вот сюда, Тёма, иди сюда. Сюда, дай сюда. Иди, тебя там завалит сейчас. Так, да, отбегаем. Отбегаем, отбегаем, да. Так, ну все, давай, Слава, ты тогда руби дерево, а мы с Тёмой пойдем камень ломать. Что за пиздец? Так ты под дерево, Тёма, набежал. Тебе же сказали, отходи, блин. Где ты сейчас? Мне никто не сказал, если на него прыгнуть, то сдохнешь туда. Так он у тебя типа упал, он уж катится, он еще падает. А, жесть. Ты резнулся тем? В километре. Так, ну ты давай тогда подбегай сюда быстрее. Там зелень, Тёма, нет? Да, зима. Зима? Ты пока сюда тогда беги, мы пока со Славой ресурсы достанем. Но в следующий раз на дерево не прыгай. Деревья убивают. Я пойду, Слава, камень доубить, короче. Давай. Потому что дерево проще достается. Тёма, твои вещи-то захватить, нет? Да. Хрена, оно у меня провалилось прям. Так, надо примерно хотя бы, Слава, по стаку. Слышишь? Да, слышу, слышу. Так, тут уже обыскан все. Там он зомби. У меня уже 550 дерева. 550? Ну вот еще руби, а я камень поищу. Мусор. Шот Iron Pipe. Вуп нашел в мусоре.
Блин, да где камень-то? Рядом с тобой, Слава, вообще камня не было. Мне пришлось далеко отбежать. О, там олень. Да, я переживу. Так, Тёма, ты давай добегай. Ты ж спортсмен. Ай, твою мать. Что такое? Ой, зубилка. Нихуя. Да, хотел починить свою дубинку. А там схему надо сначала изучить. Пацаны, прикиньте, лесопилку нашел. Ты давай пока сюда беги. Это лесопилку. И лучше там не ходи, там этих толосеков много. Но. Кого? Кстати, на верхнем этаже, насколько я знаю, там какие-то установки стоят. Там вот полезно потом. Слава, из камня, кстати, айрон фрагменты выпадают, если убить его. Я знаю. А если их перерабатывать, кстати, гораздо больше металла выпадает. Я в курсе, Игорь. Чем обычно. Так. Ты тогда, Слава, нарубай пока дерево, ладно? А я буду камень добывать. И как раз эти железки наделаю, потому что там потом... Если дверь обшивать. Так, ты рядом, да, здесь? Со мной. Так, а Тёма... О, Тём, ну тебе уже немного, давай. Шевели. Я тебя подбодрил. Так. Что-то тут зомби много. Мы сейчас добудем ресурсов и пойдем искать, где можно копаться. Ну, прямо по дороге, прямо. Так, у меня уже сколько камня-то? 247. Ну, камня в основном пока не сильно много надо же. Так что, я пойду помогу нарубить дерево. Чё-то Слава вальнул, нет? Да. Давай. Сейчас мы дождемся нашего друга, которого завалило деревом. И пойдем дальше. У меня, кстати, так-то неплохо, Слава, уже металла я переработал. Угу. Я лучше отбегу подальше. Но, видишь, оно потому что падает там вот, как бы, вот так. Сколько тут оленят. Жаль, лука нет. Хотя лук сейчас я скрафчу, может я сразу Игорь кожи добуду. Сколько своего у тебя дерева? Стак, полтора стака. Так, нормально, у меня 452, вот мне бы еще надо было побольше. Ты смотри тогда, там, когда добежим, костер сделаем, ты половину скинешь. Слышь, Слав? Да. Я пока хлопок еще пособираю немного. Отлично. Ты оленя вальнул? Да. Сколько в нем мяса там выпало? Нисколько еще, на ножик. А, точно. Пойдем зомби уработаем. Так, а где ты? Я здесь. Подойди ко мне поближе. Сейчас. Я просто ножик скрафтил. Скрафтил? И мне нужна помощь, да. Ну и косточки. У тебя была, что ли, уже? На. Я тебя вижу, слушай, оленя. О, ты обыскивал дерево, нет, слышишь, Слава? Да-да-да. Давай, скидывай ножик. Ты два сделал уже? Подожди, я тебя чуть не ранил. Аккуратно. Да, я два сделал. Давай, кинул. Скидывай. Ага, отлично. Так, ну давай. Зомби идут. Давай, по-быстрому. А, по-быстрому, давай. Я почему траву-то режу? А вот, все. Давай, давай быстрее, Слава. Это, наверное, потому что тебя оленем пахнет. И, скорее всего... Ай-яй-яй-яй, Слава. Тише. Аккуратно. Слышь, блин, тут смотри, как прикольно остались кости распоршенного, ну и кишки. Расфаршировали оленя. Че, Слава, вольнем ее? Давай. Так, еще. Еще идут. Давай, давай, давай. Аккуратно только. Я ей голову снес, или ты. Я. У меня пошла дубинка. Ничего в ней не было. Так, Тёма, ты там рядом уже, да? Угу. Отлично. Угу. Ну нормально. Рядом. Да рядом. Это будет тебе уроком, как прыгать на дерево.
Вообще хорошая просто идея была. Прыгнуть на падающее дерево. Я хотел стать тарзаном. Я там слова столбы вижу. Дальше я по дороге. Похоже, город какой-то. Сейчас посмотрим. Так. Мне бы вот тоже так дерево как раз было бы хорошо. Убил, нет? Да. Давай, обыскивай. Я пока... Ничего мне нет. Да, так это деревня. Подожди, Слава, один пока не ходи. Там зомби стопудово много. Я не собираюсь, я собачку вижу. Собаку? Да. Только, слышь, не ходи тем более. Здесь собаки очень агрессивные. И очень... Не то чтобы там они агрессивные, очень, они очень вообще охуевшие. Ну, можно и так сказать. Там дом. Нам будет зайти обыскать по пути. Кстати, сейчас уже почти 3 часа. Нам надо найти дом, где мы сможем окопаться, потому что ночью о, здесь больница, мне пацаны. Реально выжить. Больница? Да. Сейчас, будь тогда там, мы сейчас до тебя добежим, слышишь? Слава. Там псин нет, надеюсь. А? Там нету? Псин нет. Псин, зомби. Да, блять, одни олени пока что. А, олени? Так, слышишь, Слава, сейчас я, значит, заканчиваю и побежали быстрее, да, слышишь? Ага. У меня потому что инвентарь уже полный. Ну, у меня тоже. О, собака, пацаны, собака. Аккуратно. У меня стрелы есть, так что пока можно не бояться. Фу, а ты слышишь, ты мой рюкзак собрал? Да. Пошли, Слава. Почему он тогда не исчез? Слава, пойдем. Не... А он не исчезнет, пока ты его слышишь, не Слава, осмотришь. Слава, не туда побежал. Туда он, пойдем. В сторону больницы пойдем. А, вот она. Ничего себе. Там зомби, слышишь, много. И псины. Слава, пошли вот, вот здесь вот. Слава, с этой стороны пойдем. У меня стрелы с железным наконечником. 7 стрел еще есть. Слава, 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 собака, собака. Твою мать. Выводи ее сюда в голову, стреляй. В голову, в голову, в голову. Попади только. Еще, 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 раз. Еще, еще раз. Давай. Нет, да, Слава, блядь. Ты не мог промазать. Давай. Давай подлагивать что-то слегка. Слава, стреляй в нее. Да, Игорь, отойди, 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 отойди. Да твою мать, а. Слава, стреляй в собаку. Все, сдохла, тварь. Еще одна, Игорь, еще одна сюда бежит. Слава, тут их две, две еще, слышишь? Слышишь, у меня чувак потел. Слава, 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 Слава. А сломала меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бандана. Да твою мне... мать, а. Тебя убили, Слава? Нет. Ну сейчас все, пиздец. Так, 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 так. Блять, вот она тут бегает, вот она, вот она. Я вроде убежал, слышишь? Я тоже, я ее завалил. Ты живой? Да. Не умер? Нет, пока. Мне надо. У меня чувак пить не хочет, но сдох вообще конкретно. У меня это, сердце было. Меня проткнули. А меня заразила эта тварь. Слава, пойдем мы обойдем как-нибудь на зайти в больницу. Туда. Сейчас, подожди. Аккуратненько, сбоку только. Или я вообще не знаю, это... как лучше-то пока. Во, о, Слава, 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 пойдем. Тут как раз сбоку сейчас попробуем зайти потихонечку. Это вообще потому, что хороший вариант. Мы, я думаю, лучше не найдем. Ну, по крайней мере, дом нам это быстро сломают. Блять, псинка, иди. На... Блин. И что же за Слава, меня? Слава, Слава, Слава. За кем бежит псинка? На меня, кем? На меня, на меня. Слава, ты где? У кого лук, Тёма? На камень. Голову, в голову, Слава, Слава, в голову стреляй. Как ты так запрыгнул? О, фу. Слава, в голову стреляй. Подожди, я прицелиться не могу. Убил? Нет. Давай убей. Вот теперь убил. Так, стой, подожди. Тёма, это ты там, да? Тёма, почему написано то, что на меня охота идет? Потому что ты, у тебя, Игорь, мясо-то поди осталось, выкинь его. А, точно, так у меня 6, а как я выкину-то, Слава? Мы потом это... Так в смысле, а есть-то мы что будем? Пока пожрём там, не знаю, что-нибудь. Землю жрать будем. Я лучше живым буду, блядь. Давай я на камне оставлю. Чё, сваливаем? А, они, наверное, сюда сейчас, Слава, будут идти, нет, здесь тут мясо, типа. Пойдем. Они, блядь, на мясо-то и бегут. Ну, так пойдем, я его здесь оставил. Погнали. Так, я его взял. Подожди, я сейчас вот здесь вот его скину. Ну-ка, Тёма, давай проверим. Они, наверное, на мясо должны бежать. Сейчас посмотрим. Ага.
О, мясо, слышишь? Слава, побежали. Тёма, пойдем вот сюда. Пойдем, пойдем быстрее вместе. Оббегайте. Так. Это здесь, наверное, можно забежать. Сейчас посмотрим. Пошли быстрее. Так, вот где там ваш рюкзачок. Так. Что там есть вход, нет? Ребят. О, подожди-ка. Давай сломаем Слава вот здесь вот. Не перепрыгнешь, нет? Не. Давай ломаем. Одну, в одну да убите все. Давай сюда, слышь. Ну, ну или так, Тёма, проще пока сделать. Как Слава. Слава, Тёма, зомби там. Тёма, там зомби. Она не может перелезть, давай заходим. Тёма, ты запрыгнул, нет? Не можешь, что ли? Так, подождите. Ой, она меня ударила, слышь. У меня вот огрушение. Вот, я на лестницу нашел, пойдем типа на этот. Тёма, аккуратно туда запрыгни. Да, блядь. Бегите на верхний быстрее. Сейчас я Тёму... Он тут не может. Он хочет на... О, все нормально, побежали. Заходи, Тёма. Так, я не знаю, надо, наверное, закрыть, пока они сломают, нет? Ладно. Да, сломают они вообще. Так, ты где тут Слава наверх-то? Я... Тёма, вот лестница, слышишь? Иди сюда, я Тёма. Я знаю. Куда там унёсся? Обыскать. Ах ты хитрый, блин. Слава, ты вообще наверху? Ну, уже как бы, да. Ну, в смысле, не вот ещё. Я на, не знаю, на ком, на четвертом вроде. Или на третьем. А тут так-то неплохо, вот если окопаться сейчас будет. Угу. Я на последнем этаже. Тут там Слава еще этот. Трубы типа идут, короче. Поднимайся сюда. Сейчас. Слышь, я мачете нашел. И каску. Сейчас ее надену за место шляпы. Слава, смотри. Смотри сюда. Хватит трупа щупать. Я диван рублю. Тут пацан с патронами, слышите? Так, я пока косточки выкинул, в общем. Ну все, слышишь, вот здесь вот, короче, остаемся. Слава, крафтите себе постель. Ну я нашел, короче. Так. А я нашел постельку. Так, сундучок сейчас сделаю, чтобы туда скидать все. Здесь, короче, остаемся тогда. Нормально вообще. О, вот так вот отлично будет. Нет, не так. Не так. Вот так. Или нет? Ладно, ровно поставлю. Ящик кручу. С моего дивана. Слышишь, Тёма? Не надо, тут тебя сдует с окна, слышишь? Ты разверни её, ты чё спальник? Ты неправильно спальник кинул, Тёма. В смысле? Я хочу смотреть на улицу, когда сплю. Ладно. Так, крафтите сундучки себе. Скидывайте то хлам. Пока что. Так. Нам будет, надо Слава это прибраться здесь и немного застроить вход. Скинь мне факелы, слышишь? Я факелы развешиваю. Держи. Так, у меня сейчас. Их целых два. Тёмин. Ты еще нашел? А Тёмин. А, еще Тёмин? Нормально. О, слышишь, на этот блок приватный. Давай. Я их коллекционирую. Так. Отлично. Где факелы? Я думал, я за тебя факелы потерял. А ты чё, Слава, труп-то не убрал отсюда? Так уберите. Ты наглый, блин, а. Так, сейчас я его порежу. Нет, что-то он долго так режется. Может топориком? Но топориком быстрее, чем ножом Слава. Развалился парень. И портфельчик отсюда надо. Что тут? Собираем. Портфельчик тоже. Берем. Вы пока стекла тогда не ломайте, Слава. А то какая-нибудь хрень залетит. Хорошо. Вот по бокам. Мы потом заделаем их. У меня мачете, Тёма, здравая, смотри. Посмотри на меня. Вообще, приколюха. Полная приколюха. Так. У меня один факел остался, но я его пока оставлю.
Так, баночки. Хлопок. Надо немножко разложиться и... Надо, Слава, заделать вход. Я пока поставлю, чтобы у меня блоки крафтились. У меня чувак есть хочет. Сейчас мы будем потихонечку здесь обустраиваться. Будет интересно. Очень. Фух, потно. Будет потно и интересно. Так. Лед фишинг. Wait. Так, трава. Трава. Камень. Где у меня камень? Камень, хлопок и трава. Вот так вот. Я оставлю. Надо, надо хлопок тоже переработать будет. Слава, у меня 6 минут, короче, будут блоки крафтиться. Угу. Хочешь шляпа? У меня шляпа почему-то поломана, блин. Это что за каска? Я нашел здесь каску. Слава, Слава, там рычат вообще конкретно. Надо пока не подавать это признаков жизни, потому что уже вечер. Половина седьмого. Зомби очень много. Нас тут просто сожрут. И собаки, я вот вижу, там собаки бегают. Слава, начинай пока это... Знаешь, что делать? Я, короче, сделаю дверь, у тебя переработает все, что есть в железо. Итак. Переработал, да? И вот здесь вот... Надо будет потом, Слава, вот эти вот все блоки, которые вот здесь вот... Ну, вот эти лишние убрать, слышишь? Да. Ты где? Ну, давай подолбим, все равно пока делать нечего. На, я в него попал. Тёма. Или ты, помогите кто-нибудь убрать блоки. Чё? Кирка есть, нет? Мы до завтра будем бить. Но все равно пока делать нечего, у меня крафтятся предметы. Так что давай потихонечку пока. А чё мы с этого-то начали? Давай вентилятор сломаем. Давайте ломаем вентилятор. Кондиционер. Кондюшник. 99 уровня. С рисунком вентилятора, слышь, Тёма? Думаю, у тебя перс не улыбается вообще нисколько. Зря вы оставьте их, я потом их ключом разберу, когда найду. Думаешь? Оставить? Потому что с них больше выпадет. Ну ладно. А, со всех прям. Ключом. И вот эти тоже оставьте, а остальные. Ты нормально свою кровать кинул за это. За эти боки пока. Это типа, чтобы тебя не сожрали, да, если найдут. Так меня не сожрут, если найдут. Так, я потихонечку начинаю пока застраивать вход. Так. Слава, помоги мне убрать вот эту. Кого? О, стеночку, короче. Сейчас, вот эту вот. Где? Блин, я кирку не могу починить. Я вот здесь тоже. Вот, смотри, сейчас. Так у меня это. Блоки, у меня, потому что крафтятся. У меня камня нет. Иди сюда. У тебя кирка есть? Нет. Камень. У меня камня на, нет. На, держи, слышишь? А, ну, давай, у тебя пока же на вот эту вот. Вот, которую я долблю. Самая, которая первая к стене. Ага. Вот давай ее уберем, потому что из-за нее блок не встает сюда. Так, там слышно кого-то. Поэтому надо быстрее сделать двери, а то так вообще страшно. Ну, если что, у меня мачете. Я отрублю голову. А здесь очень долго ломать предметы не своими, как сказать, ключами. Если бы у нас был гаечный ключ или кирка, мы бы это убрали гораздо быстрее. А пока мы как гаечный, первобытные... Гаечным ключом ее не разбить. Не разбить? Не разобрать? Он только он механизмы. Механизмы только? Угу. Да. Все, почти сломали уже. Не упади, Слава. Ты вылетишь, я как-то перекатился. Аккуратно. Это Тёма. А, сам Тёма? Стол. Блин, я думал... Ты вообще дикий, слышишь? Я сейчас... Давай залетаем обратно, потому что я сейчас блок поставлю. Ты не попадешь. Давай быстрее. Ну, все понятно, короче. Мазохист, блин. О, ты на второй этаж, что ли, прыгнул? Так, я застраиваю. Я даже не знаю, как лучше сделать. Слава, посмотри. Прям перед лестницами или от лестниц, чтобы немного места было? Как вообще? От лестницы, чтобы немного места а, было. Чтобы бок хотя бы был от лестницы, Тёма, да? Тёма, ты чё там? Слышишь, Слава, нормально, да? Ну все.
Тогда вот так вот. Тогда надо мне помочь еще сломать одну стеночку здесь. Ну, у меня нету, вон Тёма тебе. Давай я тебе скину, иди сюда. Я потому что успел подсобрать. Где ты? Сейчас, подожди. Кто там рушит? Кто привлекает зомби сюда? А я слышу, как кто-то поднимается. Это ну или Тём. Рычит. Нет, это не Тёма. Чё ты где? Бегу. Давай скорее. Уже поздно. Думаешь, мы успеем? Давай. На. Тёма, подключайся тогда, тоже поможешь. Взял только мне покоцанную, дал. Ну, так господи. Она ещё более-менее нормальная? Давай. Вот эту вот, которая ближе сюда. Только меня не ударьте, аккуратно. Три голых пацана рубят сталь. Это апокалипсис. Выживали как могли. Так. Я не могу понять, у меня почему-то от 86 до 0. Вернее, не до 0, а до 80 и обратно на 86 соскочило. Потому что пинг. Он просто не выдерживает столько урона. Так, все отлично. Слава, ты много насобирал железа? Все, 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 все. Слава, успокойся. Слава? Отойди, я блок поставлю. Так, ну так не вот. Сказать, что много, но нормально. Надо хотя бы будет вход заделать, дверь улучшить. Так. Вот здесь вот, наверное, что-нибудь другое можно будет придумать. Ну ладно, посмотрим. Блоки поставим поближе к стене. Так, Слава, ты дверь там пробиваешь, да? Да. Yeah. Нормально. Так, мне хватит, наверное, блоков 5. Так, Тёма, надо, чтобы к нам сюда никто не поднялся. Прокачал. Потом здесь все обустроим. Мы, конечно, потратим на это очень много времени, будет интересно. Мы будем делать вылазки, будем обыскивать мир. Тёма, не ломай, что делаешь? Что мне делать? Не ломай, говорю, слышишь, стену. Тёма. Так, я же не надо тумбы ломать. Помоги Славе дверь открыть. Вот эту вот. Смотри, да, открой. Да, не надо. Я да, это... там, потому что, помнишь, это, тут ящики вон вроде где-то. Да. Открой. Открой. Тёма, потом снесем. Только попозже немного. Сейчас пока застроим. Ой. Ну ты кулаком долго будешь так-то. Ну так я сейчас сделаю. Я тебе слава могу кирку сделать, если надо. Давай, мне надо, но я не думаю, что мне одной хватит. Я тебе могу две сделать. Вот знаешь, я хорошо так целится тебе в голову, сука. Так, на, я тебе скинул, слава. Я ему, значит, кирку тут делаю, он мне тут в голову целится. Спасибо. Так. У меня надо еще блоки, вроде бы, нет? А, да, мне еще надо два блока. Ты что, стрелой ломаешь, что ли? Снимай картины, Слава. Украсим. И панели. Телевизор. Я снял телевизор, Слава. Понимаешь, им телевизор. Перерабатывать можно в железо. Прям весь сразу? Да. И что, много там выходит, нет? Ну. О, я тогда снимаю. Да как тут вообще куча висит, слышишь? Так я и говорю. Надо снимать телеки. На других этажах тоже куча. Снимем телеки, переработаем. Так блин, они над каждой дверью висят, какая-то богатая больница была, я вообще не понимаю. Ой. Я, блядь, уже забегать здесь, хотел, Тёма. Здесь еще один вход, ребят. Надо будет его тоже потом закрыть. Так, я пока телевизоры. 8 телевизоров. Так они что-то, слава, всего 9 железа из них выходит. Не очень как-то много. У меня паренек проголодался. Так, вы пока вскрывайте тогда там, а я уже почти закончил с обустройством входа. Так, почему так мало? О, баночки. Я скушал, у меня остались баночки. Сломали? Или нет, вы только что, разбили там только защиту у него, типа, или как? Да, ты дубинкой, тем более дольше будешь. Так-то нет. Так, или как-нибудь покреативнее, если придумать. Ладно, пока поставим дверь. Она, конечно, у нас сначала будет деревянная, но мы ее потом улучшим. Ну как а, потом, в натуре. Сразу.
Слава, сразу Слава, я зомби 10. Слышу. Я тоже. Кстати, почему-то дубинка ломает лучше, чем сам этот. Чем сама кирка. Блять, ну чем ты лучше, блять? Топором будешь каменным дверь железную пиздить или дубинкой железной? Ну да. У меня есть части ружья, кстати. Или чего-то тут. Шотгун баррель. Да. Так, я ставлю дверь. Ребят, у нас есть дверь. Поздравьте. Отлично. А здесь... Слава, иди сюда. Пойдем посмотрим. Смотрите. Как лучше, если вот... Вот здесь вот блоки, которые я пустые оставил, здесь решетку сделать такую. Нормально, Слава, будет? Если решетку сделать. Ну да, я думаю, не дотянуться зомби-то. Или блоки также поставить, или просто как решетку сделать. Да, сделай решетку. Решетку? Мне кажется, будет красиво смотреться просто. Мы, в общем, мы поставим решетку, а ее обьем досками. Вот, нормально будет. Будет круто. Тёма, заходи в дверь. У меня 136 железа. Слава, скинь мне, я потому что обшивать буду. А конди, ты что сейчас обшивать будешь? Двери и вот это вот все. Так я могу сейчас зомби... дверь обшить. А, нет, подожди, тогда пока не обшивай. А что они бегают? Они бегают уже, но... Слава, подожди, пока не обшивай. Скинь лучше мне, но потому что это, я сейчас... Бери, пока это... не провалилась. Нормально, ну, нормально сказал. Бери, пока не провалилась. Так, это 49, и у меня еще, по-моему, в сундучке... В сундучке 85. Ну, 134 металла у нас. Неплохо. Так, кстати, я тут где-то нашел две картины, четыре картины даже разных. Сейчас повешаем, как-нибудь немного украсим. Дом у нас не ломайте, что тут у нас порушено, блин, почему? Вот так вот. Так, замечательно. И вот сюда повешаем две. Так. Как вам? Картинки? Нормально. Так, ну ладно, эту не будем туда вешать. Надо еще один факел, я думаю, потому что с этой стороны темновато. Вот здесь вот. Вот, хорошо. Так, давай закончим дверь делать. Нормально, Слава, да, получается, если вот здесь вот, ну, не блоками поставить, а как бы решеткой. Смотри, вот так вот будет это выглядеть. Сейчас надо погодь. Мне кажется, забавно. Вот, смотри. И мы потом это сейчас, сейчас вернее, не потом, а сейчас. Все, это... за мной охота идет. Ты где? Так, ага, вот. Кто там на тебя ходится? Я тебе советую закрыть дверь. Нет, подожди, сейчас мы закроем. Потому что они бегут. Сюда? Да. Ты уверен? Да. Нет, ты подожди, ты давай так не пугай, мне надо быстренько сейчас еще обшить. За мной идет охота, Игорь. Вот так вот. Хорошо, да? Вот, все. А что, Тёма, еще заходи. Можно, нет? В смысле, обшить еще? Нет, да, еще. Все, заходи, Тёма, закроем дверь. Сейчас еще вот с этой стороны обшьем. Да, сейчас я обошью ее, чтобы попрочнее было. И потом уже будем улучшать тогда. А хотя вообще, Слава, знаешь, надо было сначала улучшить, а потом... Ты что, дверь ударил? Тёма, хватит крушить боки. Так, подожди. Тебя въебало, бью. Так, прекрати. Мне тут темновато немного. Я факел один снимал. Ему. За что мне втащил? Я тут делаю дверь, а ты мне втаскиваешь? Я выгоню, слышишь? Так, вот смотрите, вот так это делается. Только это стекла не ломайте. Так, все. Это максимум. Красивые стекла. Что я мог сделать? Так, а вот эти панельки, они походу не улучшаются, да? А что улучшается тогда? Все, вроде, Слава, эти вроде не улучшаются. А давай попробуем еще, закрой. Так оставим или еще блоки поставим сюда все-таки? Лучше, мне кажется, все-таки, мне кажется, лучше бы блоки все поставили, потому что... Да. Да? Куда? Ну вот где, типа, решетку такую поставил, мне кажется, лучше блоки. Нормально. Нормально? Зачем? Да, но они не улучшаются просто, их могут быстро сломать. Или нормально? Вот нахер они, блядь, не будут, они вот эти два блока деревянных сломают, им достаточно. Ну все, ладно. Тогда так оставим, а то, что снизу, тогда мы укрепим. Пойди, я обошью. Вот так вот. Приколюха. У вас меда нет? Нету. Тёма, Тёма, обшивай, если у тебя есть, да? Хо-хо-хо! Чё могу, да? Вообще могу.
Ага, отлично. Вот эти обши, и я думаю, лучше будет снаружи сделать. Я надеюсь, там к нам никто не поднялся. Это очень страшно. Страшно работать за дверью, я скажу. Я понемножку хотя бы... Ну, хочешь, я могу наагрить. Так, Слава, нет, не надо. Лучше постой на шухере, пожалуйста. Меня вообще очень сильно напрягает, потому что там кто-то рычит. Слава, иди сюда. Охраняй меня. Я хочу, чтобы ты меня охранял. На, попал. Так, сколько у нас? Мало, мало остается. Всё, сюда бегут, Игорь. Я на шухере. Давай. Так, вот так вот. Хорошо. Давай, Явичка. Да, сюда что ли бежит? Я Слава. Надеюсь. А, все, Слава, все, давай, заходи, у нас кончился металл. Мы пока не можем больше обшивать. Только, Слава, все, ты сюда ведешь их, что ли? Все, Слава, заходим, заходим. Нам надо будет переждать ночь. Я советую зайти. Все, пойдем. Нам надо будет переждать ночь, и потом мы уже сможем работать дальше, потому что... Там сейчас очень дико, зомби очень быстро бегают, не представляете, как быстро. Я предлагаю сделать луки и пострелять у них. Хорошо. Я пока с другой стороны еще панели поставлю, чтобы уж наверняка, если можно, конечно. Нет, вроде... Они все вниз уже забежали, вон, сейчас я. Нам, нет, похоже, с утра, на, с утра придется, похоже, очень много поработать. На, тварь. Лови, ублюдина. Так, ну все, здесь больше... Никак нельзя ничего сделать. Ну что, ребят, давайте тогда заканчивать, пока все равно у нас сейчас ночь. Вон с того ублюдка, да. Слышите, нет? Да. И со следующей серии, получается, продолжим. Нам надо будет переждать ночь и уже потом идти за ресурсами. Дальше здесь немножко обжиться, и уже можно будет обыскать хотя бы дома в округе, вот эти вот, которые. Слышишь, Тёма? Наверное, это будешь делать ты. Ты будешь бегать по домам, вот этим, обыскивать их, слышишь? Да лучше, малыш. Так, ну пошлите вниз, спустимся здесь, что-нибудь. Нет, давайте, знаете как, давайте сделаем костер сначала. Я хочу запульнуть кого-нибудь траву в жопу. Найди медичку. Так, но... дайте мне 3 секунды для костра. Слава, у тебя был косарь же дерева, да? Был косарь. Можешь скинуть мне? Или закинь в это, в костер закинь. Отлично. Тёма вставил из-за костра. Говорите последние слова, и на этом мы заканчиваем. Слава решил повернуться жопой, да, ко всем? Я копидончик. Тёма, ты? Тёма? Все. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующая серия будет очень скоро. Будет очень интересно. Всем пока.